В эфире «Информбюро». Скандал разразился в одной из школ Шымкента. Ученики сняли на видео, как педагог кричит на детей. Но самое главное, распускает руки. За опоздание на урок преподаватель отвесил подростку подзатыльник. Это видео стало вирусным в родительских чатах. Недовольные мамы и папы собрались у школы и подняли вопрос о профессиональной этике педагога. Я сколько времени прошло? Кадры с реакцией несдержанного учителя по географии сняли ученики, а потом разослали родителям. Взрослые бросились в школу. Среди них Валентина Береговая. Подзатыльник получил именно ее племянник. По словам женщины, это не первый случай, когда учитель поднимает руку на детей. Он учитель хороший. Насчет этого он хвалят, да, но то, что он не может совладать, совладать со своими нервами, он не может. Дети опоздали на 5-10 минут, он может ребенка за ухо оттаскать, в грудь ударить. Главный герой видеоролика – отец пятерых детей, бывший тренер по боксу, а ныне учитель по географии с 22-летним педагогическим стажем Батыр Кушбаев признается, что дал волю эмоциям, о чем сегодня сильно сожалеет. Я на урок пришел, их не было. И потом минут через 13-14, наверное, около 15 минут они подошли. Я спросил, вы где были? Мы в туалете, деда. Они так сказали, и я уже просто вот их ложь по-своему воспринял неправильно. Естественно, сожалею, что дал волю своим нервозным эмоциям этим, которые не украшают никакого педагога. Несмотря на сложившуюся ситуацию, родители отзываются об учителе географии хорошо, но просят наказать его рублем и строгим выговором, но не увольнять. Еще одно из требований родителей – установить в каждом классе по видеокамере, чтобы подобных ситуаций не возникало. Совместно с родителями по их желанию наказали строгим выговором и урезать месячную зарплату. Родители были согласны. У нас есть постановление собрания родителей. Тем временем в городском управлении образования отметили, что лишать заработной платы педагога не вправе, а строгий выговор ему все же вынесут. Бахром Абдуллаев, Виталий Заинтинов, Информбюро, Шымкент.